акции Брестского нотариального округа, заключающиеся в бесплатном консультировании граждан, обычно приурочены к различным значимым датам. Вот и в этот раз мероприятие проводилось в конференц-зале Брестской областной библиотеки имени Горького накануне празднования Дня пожилых людей. Обратившиеся за помощью могли проконсультироваться по любому волнующему их вопросу с опытными специалистами. Нотариусы Беларуси ежегодно участвуют в акции, приуроченной ко Дню пожилого человека. Также вот и в этот раз будет дано бесплатное консультирование пожилым гражданам и инвалидам, в ходе которого нотариусы дадут ответы на все интересующие вопросы. В основном это, как правило, составление завещания, оформление наследственных прав, отчуждение недвижимого имущества. Целью мероприятия является правовое просвещение граждан, защита прав и законных интересов. Главной задачей для нас мы считаем обеспечение свободного доступа граждан к правовой информации. И вот и одной из таких форм предоставления правовой информации являются акции, которые проводят специалисты, нотариусы и адвокаты города Бреста. Такая форма работы, как бесплатные юридические консультации, она очень востребована населением. За прошлый год такой услугой воспользовались 66 человек. За 9 месяцев этого года уже около 60 человек. Компетентный ответ специалиста смог получить и брещанин Иван Косинчук. Уже не один год он пытается исправить в паспорте допущенную фамилию ошибку. Ивана Владимировича интересовало, куда ему можно обратиться по данному вопросу и что следует делать в этом случае. Эти приемы здесь проводятся регулярно. Я считаю, что они очень нужны, особенно для малоимущих и пенсионерам, так как не всегда они могут воспользоваться этой ситуацией. Скажем, я очень благодарен администрации и работникам библиотеки за оказанную возможность, за организацию этих консультаций, также и нотариусу за бесплатную консультацию. Граждане, посетившие данную акцию, задавали также и множество иных вопросов, один из которых касался возможности правильного распределения доли наследства. Прещанка Нина Шукайло заранее подготовилась к посещению нотариуса и задала ему целый ряд вопросов по данной теме, на что также получила целостный ответ. Я здесь уже не первый раз пришла. И очень исчерпывающую и хорошую информацию дает нужную. Но я не для себя, если честно говорить, а для своих подруг, которые уже не могут прийти. Я записываю их вопросы и записываю ответы. И прихожу им, отвечаю, они очень мне благодарны. Особая благодарность, конечно, тем, кто приходит и заботится о нашем населении. Сложный, казалось бы, вопрос при помощи компетентного специалиста становится простым и понятным, а полноценный ответ на него способствует быстрому и эффективному решению возникшей проблемы. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович, Новости БукТВ.